Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошел! Отставить! Это у нас так, перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошел! Ты много знаешь, и я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жит. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Спас. Какое совпадение! Лесницкий, вы же тоже видны? Рейнджер! Его знаете? Так точно! Это Артем! Доверенное лицо Мельника! Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях! Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем! Думаю, нам есть что предложить друг другу? Доставьте... товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу. Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и... работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали... Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить! Все эти ваши сыворотки правды и хитрые машинки — пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят! Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Есть разговор.
Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Наконец-то. Садись, Числав, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И Полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и Политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, генсек, вы... Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретит сопротивления. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы! На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько,
сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну... Удачи, орлы! Служу красной линии! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Что тут я? В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно. Главное, чтоб чё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго еще? Сейчас. Очкуешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще 100 лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. Неохота, но проверить все надо.
Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам! Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных... С хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом. Есть! Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Оставь бумажки. Скажи, что если к вечеру оружие не заменит, оба в карцере песни петь будете. Значит так, мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так так. А что случилось, Андрей? Обрал случился. Внимание, персонал! Чего это они там? Да чего-чего. Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за ту технику. Ну расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного крана. Не, ему глаз стропой шибануло. Это в том месяце, а это на той неделе. Да, понятно, что они все за безопасность, да за безопасность. Ну а я что? Если все побьются, кому пахать? Да. Починили бы матюгальник этот, что ли? А то что-то поздно. Эх, все же видно. Послушайте. С недосыпой не такое чудо. Эй! Там уже бы остался. А что было? Ты что, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сквозняк. Сам там служил, хоть и недолго. Так и простыть недолго. Так там в том году такое было! Мужики рассказывали, кто-то и наших.
Говорят, вот теперь. Тревога! К бою! У нас гости! Твою дивизию! Откуда? Ну что, пошли искать? Ищем. Пошли. Эй, Контра, сдавайся. Мужики, будь потише. Гарантирую тебе суд по законам революционного времени. Ну, чего тут? Сейчас, сейчас. Вот же... Так, кинули. Ищем. Не лезьте на рожон. Так, мужики, спокойно. Не спеша пошли. Вроде бы кто-то тут... Я не могу это не пойти. Ну я тебе... Спокойно, товарищи! Сейчас! Неохота. Но проверить все надо. Вот же... Нету! Вроде же кто-то тут... Вот он! Порядок. Состояние катализатора? Нормально.
Температура в теплоплинии. Что? Ну-ка. Кто там? Норма! В норме! Ну и хорошо. Записал. Сквозняк все же. Ща, минуту! Умереть не встали. Сил моих больше нет. Ну скоро они там. Невозможно же. Залить что ли пряжку? Ремень-то, кожа хорошая. И кабеля. Все, готов! Ну давай и здесь пройдемся. Показатели расхода. Нормально! Выход метанола на сепараторе. Порядок! Обороты компрессора. В норме! Состояние катализатора. Норма! Температура в теплообменнике. Нормально! Давление и синтез газа. Отлично! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Все, готов! Начинаем! Давление и синтез газа. Нормально! Показатели расхода. Порядок! Температура в теплообменнике. В норме. Выход метанола на сепараторе. Нормально. Обороты компрессора. Норма. Состояние катализатора. Ледовое. Отлично. Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потопали на четвертый. Ща, минуту. Что? Не буду. С недосыпа не такое чудится. Прячется. Вот он! Ну-ка!
Кстати, принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли ли там чего. Сыпь и не такое чудится. Ну-ка, ну-ка. Не, ничего. Эх, передохнуть бы. Должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ты паутину не пожечь нахрен? Ну эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермовороты заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет, как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. Что это? А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да твои это тырят. Потом гайки по-тихому продают, сволочи. Ладно, понятно. Здорово, мужики! Мы тут за три сменки постоим.
давно лежат. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашу весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуют, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и из самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Thank you.
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать. У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Ну придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог не узнать ее с этой стороны. Многовато набираешь. Так что, пойдем наших выручать? Не унесешь да столько. Что мы там выручаем? Вдвоем. Ты покупай. Ну, таких патронов тут нигде больше нет. Видишь, блестятка? Ну давай собираться. Бери. Тогда. Ровненький. Я и вам недорого. Дам собираться. Баб с детишками пока. Кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как мы, стоит. Ну зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А ты на него дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. А гибисты? От них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Глаза б мои на тебя не смотрели. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше не брали. А теперь повестка пришла. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Я-то 20 лет отслужил. 20! Дали пенсию. В день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где я такой нужен? Я чего ушла-то? Война скоро. А наши станции на самом деле давно. Прошлую войну побежали было. А там заград отряд.
все, папы, детишки, стариков. А я пока на стрёме. Лобды! Давай, сука, раздвигай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! Развяжи меня. Я не могу. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек. Женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. Сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь.
Я гляну на... Если не покажутся... Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял, на... Че за точило, бля? Пацаны, мы походу здесь не одни! Че заточила, бля?
Все пучком, пацанчики! Найдешь! Здесь где-то шляется! Пойдем! Все при стволах нас, фонарями. Ну и как за поворот, чисто за пир. Все, пусть сферно, началось. Впереди чисто туман нас идет-то. Мы в него раз, и фонаристы сразу багровая шляпа накрылись, сука, ты понял? Я пацанам чисто, что за ботва, типа, вы тут как, че у меня? Они такие, ну типа ништяк, но голоса, сука, стрёмные, будто не их. Ну так, типа, глухо, знаешь? Я чисто такой, паца, давайте чисто заворачивать. А они мне такие, ни хрена ли, и тут зашибись. Стрёмно так реально. Но я вспомнил, у меня-то чисто зажигалка. Я такой, чир, они, мля, сидят на полу, мля. Хавальники раскинули, и туман этот черный в них, мля. И из них, мля. Изюрка Синецкий, ну карифанно, тут чисто как заорет. Глаза, мля, режет. Выбил зажигалку, мля. Я как ломанулся к станции. Ну и все, попали.
Начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там.